Россия своей агрессией создала угрозу повторения атомной катастрофы на территории Украины. Об этом заявил сегодня Петр Порошенко, посетивший Чернобыль. Что в оккупированном России, украинскому Крыму, Кремль размещает элементы своей ядерной мощи в украинском Крыму, оккупированном Россией. Мы и наши партнеры должны решить, как ядерные державы могут усилить гарантию безопасности стран, которые не обладают оружием массового поражения. Во-первых, российская агрессия подорвала веру неядерных держав в режим нераспространения ядерного оружия. Во-вторых, это создало угрозу повторения ядерной катастрофы на территории нашей страны. Не стоит считать, что это утопия. И давайте не забывать, что активные боевые действия проходили всего в 100 километрах от Запорожской атомной станции.